В Минском зоопарке «Бэйби-бум». В вольерах со взрослыми животными, малыши лам, овец, а семья верблюдов после нескольких недель расставания воссоединилась. Почти месяц назад у Яшмы и Васи появился верблюжонок. Виктория – первенец у этой пары. Они живут в зоопарке уже 4 года, и впервые за это время им пришлось расстаться, пока мама ухаживала за малышом. Сегодня родители, их потомство держатся рядом, все семейство здорово, они много гуляют и все вместе обновляют свои шубы. Это двугорбые верблюды. На родине, где они обитают, достаточно холодно по ночам, поэтому белорусский климат им нипочем. Когда было достаточно холодно, мы наших верблюдов наблюдали на морозе. Это, наверное, единственные животные были, которые с удовольствием гуляли на морозе. В открытых вольерах с козами и овцами настоящий детский сад. То же самое у лам. Почти каждый год здесь появляется потомство. Набирается силы маленький муфлон. Все животные отлично себя чувствуют. Активен медведь, он уже давно вышел из спячки. На весеннем солнце греются тигры и львы. А вот у павлинов, кажется, брачный сезон только начинается.